Привет, ребятки, в эфире бодрая грядка. Это время новостей, обо всем и по порядку. Речь пойдет о красоте и о интригах. Слушай, друг, в городе избрали народную мисс Санкт-Петербург. Уроженка Бурятии собрала голосов больше всех. Избранницы людей, овации, признание, успех. Да только не у всех, и кто-то посчитал иначе. Мол, девушка не местная, недостойна приза, значит. Полетели возмущения, недовольство в интернете. Мол, недостойна девушка наш город представлять. Но по регламенту проходит претендентка вместе с этим. И красавица продолжила в сети сиять. Хе-хе-хе. Вот так-то. Продолжила радовать глаза. Остерегайся, гражданин, и особенно родитель. В городе завелся аморальнейший вредитель. Многие живущие в многоэтажках испытали шок. Некие злодеи устроили дурной поджог. И даже не один, зафиксировали целый ряд. Зачем-то поджигали коляски, чего они хотят? Зачем так поступать, такое действие? Безумный бред, а жители заметили странных ребят по 8 лет. Лышня хулиганит, поймают и отшлепают по заднице. Лидер ТВ, бодрые новости. Слушай дальше, дальше. В ночь на 5 ноября выбивали пара ребят. В результате 40 парней не поделили девчонку. Раздались выстрелы, и жертву не спасет наряд. Патроны угодили в грудь, да, и в мошонку. Любовь зла, это еще не все. Или девушку. Окей. Еще одно событие на фронте дней имело место. Был демонтирован огромный памятник железный. Вернее, памятник не огромный, скорее огромный телефон. Легендарное творение Apple. Люди, камон! Этот памятник убрали в защиту антигейских дел. После того, как нынешний глава компании признал, что он гомосексуалист и любитель мужских тел. Но при чем здесь вся продукция? Комментариев никто не дал. При чем здесь айфоны? Не ясно. Бодрые новости, следи за новостями. Бодрая грядка. Чик.